кажется, раньше жили без телефонов не очень легко, так как телефоны, они помогают передавать какие-то сообщения на далекие расстояния. Раньше у нас не было таких возможностей, как бы. В гаджетах плохо то, что они очень сильно заманивают и могут испортить зрение. У некоторых даже, если они очень много в этих гаджетах сидят, у них проявляется такая, как бы, ну, даже наркомания. Мне кажется, что им было трудно, потому что сейчас, тогда не было книг, ничего не было, ни интернета, ничего. И им надо было все делать на свой страх и риск. Были обычные телефоны с трубками и такими как кругляшками. Набирали номер, звонили и договаривались, ну, какое место идти и встречаться. Ну, было хуже, потому что раньше их не было. И приходилось или телеграммы писать, или письма. Ну, их отправляли, и они шли долго. Ну, лучше, конечно, с мобильным телефоном, потому что по нему можно общаться, потом спрашивать, и это все будет очень быстро. Если был у них тогда мячик, то они играли в него. Тогда, чтобы не было скучно, работали. А сейчас, ну, стало как-то то, что все за компьютерами сидят там, очень много времени проводят, и вместо того, чтобы уроками заниматься, они сидят очень долго. Атрофируются глаза, мозг. Они даже не знали, что такое интернет и телефоны, так что присылали друг другу письма. Очень хорошо жили, они гуляли. Они гуляли и не сидели в гаджетах, узнавали информацию от мам, спрашивали у них, им было интереснее все. Кажется, так плохо то, что от них может быть зависимость, и от нее даже лечится. Тогда ты не можешь оторваться, и тебе ничего больше не интересно. Ну, они просто с обычных телефонов звонили и все. Не только звонили, еще смс-ки отправляли. В обычных, раньше было в обычных телефонах, нельзя было в интернет выйти, потому что экран был маленький, тем более там кнопки. Люди общались с помощью писем, там, телеграм. Общаться было сложно, надо было все писать. Общались, звали друг друга всякими сигналами, письмами писали и всякими рисунками. Без телефонов лучше, потому что зрение не портилось, на улице все время были, у них здоровье хорошее было. Наверное, нелегко, потому что нужно было, например, на большие расстояния переходить, чтобы какое-то сообщение отправить или письмами общаться. Люди могли узнавать информацию из газет, могли обмениваться письмами. С мобильным телефоном лучше, потому что можно вот быстро отправить сообщение. Ну, раньше люди общались только гонцами, письмами. А сейчас мы можем позвонить. Но есть еще и минусы у мобильных телефонов, то что они вредны для здоровья. Они вредны тем, что они издают излучение, и близко к лицу их держать нельзя. А хорошего в них есть то, что можно позвонить и занять себя, когда нечего делать. Было удобно, потому что люди, они как бы сами узнавали информацию, они пробовали разные вещи. Раньше, когда еще не было телефонов, писали письма, а давным-давно была письменность, и с помощью рисунков могли какую-то информацию передать, подавали сигналы. Конечно, с помощью телефонов намного удобнее, потому что можно мгновенно дозвониться до человека, даже если находится в другой точке мира. Сейчас плохо то, что очень многие не знают правила обращения с телефонами, сидят в них очень много, хотя детям не положено сидеть слишком долго в телефонах. Они дольше времени проводили на улице, и поэтому у них зрение так низко не падало.